Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу вместе с вами полистать 7-й каталог 2021 года в компании Faberlic. Каталог номер 7 будет действовать с 3 по 23 мая включительно. Стандартный каталог, и время его действия будет 3 недели. В этом видео я хочу обратить ваше внимание на все выгодные акции и предложения этого каталога, а также немножечко рассказать вам о том, что мне хочется приобрести по 7-му каталогу, и рассказать вам свои впечатления о некоторых новинках, которые я уже успела протестировать. У меня сложилось первое впечатление об этих товарах. Итак, давайте листать каталог и знакомиться с каталогом номер 7. Сразу обращу внимание новичков, в этом каталоге для вас отличнейшая акция. Компания Faberlic вам после регистрации и оформления вами первого заказа на сумму 1499 рублей в цене каталога. Но так как после регистрации вы как привилегированный покупатель получаете скидку 20% на всю продукцию, то сумма вашего заказа в нашей цене консультанта будет составлять от 1199 рублей. Выполняете свой заказ на сумму 1199 рублей, можно больше, но чтобы не рублем меньше, именно вот порог эта сумма, плюс сбор за доставку. Обязательно заказ необходимо до 23 мая оплатить, тогда при следующем втором заказе по 8-му каталогу с 24 мая можно делать от минимального заказа. В компании Faberlic минимальный заказ — это 1000 рублей в цене каталога, минус ваша скидка будет действовать после регистрации 20%. В общем, выполняете свой заказ от 1000 в цене каталога и вместе с заказом получаете в подарок стиральный порошок из серии Гринли. Это порошок для цветных тканей. Порошки в серии Гринли не имеют отдушек. Они отлично подойдут для аллергиков и для маленьких детей. Производятся эти порошки в Нидерландах по заказу компании Faberlic. У них также нет фосфатов, и они подходят для жесткой воды, потому что во многих городах вода в основном жесткая, и такие порошки, конечно же, будут лучше отстирывать. Если вы хотите воспользоваться этой акцией, то ссылка для бесплатной регистрации в мою команду, в мою структуру в компании Faberlic всегда есть под моими видео. Проходите по ссылке, заполняйте анкету и присоединяйтесь к компании Faberlic. Я с вами после регистрации свяжусь, будем с вами общаться и обязательно вам на все подробно расскажу, объясню. И по всем вопросам вы можете ко мне обращаться в любое удобное для вас время. Ну а теперь давайте с вами вместе листать каталог. На обложке каталога представлена новая лимитированная коллекция декоративной косметики «Мейкап». По-итальянски это серия Aqua di Portofino. Так как эта серия лимитированная и выходит она в начале летнего сезона, то, конечно же, она предназначена для того, чтобы использовать ее в летний сезон, на отдыхе и, то есть, для лета, для загорелой кожи, для отдыха у морского побережья либо у водоема эта серия будет актуальна. Итак, на первом развороте представлены первые новинки. Это тушь для ресниц Ривьера. Данная тушь изготовлена по технологии нового поколения. Она не содержит воск. Но, вы знаете, вот я не заказывала эту тушь, но уже вот смотрела отзывы у многих девчонок. И многие говорят, что она делает, ну, вот такие как бы естественные реснички, пушистые, немножко объемные. То есть данная тушь хорошо подойдет для летнего отдыха, когда не хочется перегружать глаза слишком яркими ресницами, то можно будет ее воспользоваться. Но, по-моему, она не водостойкая. Если вам нужна водостойкая, то у нас есть еще в одной серии такая тушь. И далее у нас представлены еще две новиночки. Это запеченные бронзер и хайлайтер. Вот эти товары изготовлены в Италии.
Остальные товары у нас по итальянским технологиям изготовлены в компании Faberlic. Здесь мраморная запеченная текстура, поэтому, конечно, таких рефилов вам хватит надолго. Здесь масса 3,3 грамма. И вот здесь хайлайтер и бронзер, они очень похожи. Только бронзер, он чуть-чуть порыжее, поярче, а хайлайтер имеет такой желтоватый оттенок. Но вместе с тем, эти продукты, они наносятся на кожу, создавая эффект внутреннего свечения. Отлично подойдет именно на загорелой коже, будет хорошо смотреться. Ну а бронзер вам поможет создать эффект загара. Но вы знаете, я вам уже в видео говорила, мне рефилы пришли незакрепленные. То есть они, здесь есть основание на донышке у рефила, были приклеены, но видно совсем немножко, вот чуть-чуть клей прихвачен, поэтому у меня вот рефил не закреплен оказался. Поэтому вы, когда будете получать заказ, обязательно на пункте выдачи проверяйте, чтобы у вас рефилы были хорошо закреплены. Ну вот мне такие достались, и некоторым девчонкам тоже достались незакрепленные. Поэтому вот обращайте внимание, об этом в обратную связь сообщили, и, конечно, будут контролировать, смотреть, чтобы с этим было все в порядке, и таких вот небольших казусов не повторялось. Но сами по себе продукты очень хорошие, отличное качество. Они великолепно как бы подсвечивают кожу изнутри, и вот со своими функциями, конечно, они справляются. Далее у нас в новинках 5 оттенков увлажняющей помады блеска. Помада имеет шиммерные частички в составе, но они никак не ощущаются на губах, они невесомые, они будут красиво у вас переливаться на солнышке и при вечернем освещении. И данные помады, каждый оттенок указан, что это блики, то есть он как бы в каталоге нарисован ярко, но на губках у вас будет такой вот эффект помады блеска. Очень приятная текстура, тающая, действительно гидрогелевая. Помада, конечно, не стойкая, но вот я брала блики фуксии, самый темный оттенок. У меня, в принципе, он где-то часа два, наверное, на губах держался. За контур губ не растекался, с этим все в порядке, но помада имеет ванильный аромат и вкус пудры, вот сахарной, ванильной пудры. Даже когда вы нечаянно вот облизнете губы, то будете ощущать вот именно сладкий привкус этой помады. Помада мне понравилась. И какой-то еще из оттенков, я пока не определилась какой, но точно я для себя закажу. Какой-то, наверное, посветлее, может быть, что-то вот с краснинкой возьму. В общем, пока я думаю, какой себе взять. И еще у нас в этой серии появляется бронзер и хайлайтер для лица, который будет иметь жидкую текстуру. То есть такая текстура хорошо подойдет и для кожи, склонной к сухости, для нормальной кожи. Не знаю, как будет на комбинированной коже, но вот это уже, вы знаете, на любителя. Кто-то любит сухие текстуры запеченные, а кому-то нравятся вот именно такие. И здесь вот на кончике аппликатор кушон для мягкой растушевки средства. Пока не знаю, буду я заказывать или нет эти продукты, потому что как-то, ну, я больше люблю сухие текстуры, только вот по этой причине. Пока я думаю, но их и на складе для VIP-консультантов не было. Далее у нас будет представлено 2 блеска для губ в этой коллекции. Блески имеют в своем составе специальные пигменты, которые в зависимости от вашего собственного пигмента губ будут у вас немножко проявляться. Я, например, приобретала вот этот оттенок 46545 розовая лагуна. И у меня на губах, то есть вначале вот такой блеск чуть-чуть слегка розоватый, с розовенькими блесточками и немножко с такими золотистыми, но они не ощущаются, они тоже мельчают, переливаются красиво, но потом, когда убираешь блеск с губ, губы малиновые, такие вот оттенка фуксии, и чем больше вы, допустим, будете наносить и стирать, тем будет у вас ярче. И, конечно, когда на губах, тоже вот этот оттенок проявляется, то есть как бы он проявляющийся, и вот эти пигменты, они проявляют оттенок. Вот первый блеск голубенький, в нем он тоже розовый, мне кажется, он чуть-чуть похожий
похолоднее, чуть-чуть он поприглушеннее по оттенку, и в нем синенькие блесточки тоже, вот я на него обратила внимание, блеск понравился, у него очень приятный аромат, он, конечно, без вкуса, как помада, но аромат очень приятный, абсолютно не липкий, на губах очень комфортный, поэтому мне вот хочется еще один, хотя я блеск не очень люблю, но на этот блеск обратила внимание. Лаки будут представлены разные текстуры, обращайте внимание, кто носит такие вот синие, голубые оттенки, можно будет их заказать. Далее у нас содержание каталога, акция Like Faberlic, где вы, делая каждый каталог и оплачивая заказ от 1000 уже с третьего периода, можете один товар из каталога взять со скидкой 70%. Главное, выбирайте каждый каталог товар, так как невыбранный товар аннулируется. Еще одна важная деталь, оплачивайте заказ, чтобы акция не прервалась, и участвуйте. Это акция стабильности для тех, кто стабильно делает свои заказы от минимального в каталоге. Минимальный у нас заказ от 1000 в цене каталога. Еще одна стойкая серия. Это серия, наверное, уже года два в каталоге. И вот здесь уже у нас тушь. Вот она разного цвета. Черный, бирюзовый сейчас представлен. Это тушь водостойкая. Поэтому, если вам нужен водостойкий вариант, обращайте внимание. Также водостойкая пудра. Действительно водостойкая. И очень стойкие тени. Это французское производство. Действительно, тени тоже прекрасно ложатся. И если вам нужно для водоема, то подойдут отлично. Вот единственное, меня вот такой маркер не впечатлил, потому что он как фломастер. Если вы думаете, что какой взять стойкий продукт, чтобы у вас губы не были бледными, лучше возьмите вот эти наши новые блески для губ, чем маркер. Эффект получите примерно такой же, только губки не будут пересушены, увлажнены. И все-таки, ну, блески вот эти получше новые. Далее у нас серия лета представлена, я вам уже говорила. Серия действительно работающая. И если вы хотите приобрести, приобретайте сразу, потому что к концу лета, к середине, обычно многих товаров нет на складе. Далее у нас скидки на летнюю серию для волос 50%. Снова здесь у нас вот кремы для лица с разным фактором SPF. Далее у нас автозагар, если кто не загорает, но хочет иметь загорелую кожу. Продукты следующие, это антицеллюлитные, но нужен спорт обязательно в сочетании, криокрем. Далее у нас массажеры представлены, вот такой у меня есть. Пользуюсь с огромнейшим удовольствием. Действительно, массажер великолепный. Вот такой я не приобретала, но вот на него будет скидка. Далее новинки каталога. Пляжному сезону у нас пляжное платье. И обращайте внимание, вот купальники представлены с вот таким поясом. И если вы покупаете любую вещь из пляжной коллекции, такой пояс всего за 299 рублей. Вот еще у нас эти вещи, платьица представлены, купальники различные. Вот он, этот пояс на купальнике. Это не купальник такой. Обращайте внимание, вот тоже этот поясок представлен здесь. Конечно, красивые купальники, но вот поставки многих задерживаются. Очки новые. И вот такие платья, я поняла, будут на сайте Faberlic объявления с 12 мая в каталоге. Голубенькое, вот такое еще красненькое. Шляпки девчонки очень хвалили. Может быть, какую-то тоже приобрету. Просто у меня еще из Флоранж есть, поэтому я не стала покупать шлепки. Но они, конечно, вы знаете, такие простенькие, это не кожа, но вот именно для того, чтобы, наверное, вот для отдыха, для пляжа, в принципе, можно брать на примерку. Дальше у нас будет по шикарнейшей цене великолепная пудра из серии Glam Team. Я вам советую ее приобрести, обязательно обратить внимание. У нее матирующий финиш, пудра действительно великолепная. Вы знаете, у меня закончилась разглаживающая пудра. Мне она вот больше понравилась, чем вот эта. Но с разглаживающей немножко сходство есть. Вот я сейчас достала вторую свою и вот сейчас пользуюсь ею. Но цена здесь будет просто шикарная, так как полная цена, конечно, у нее раза в два дороже. Пудра отличная, прям вот смотрите.
Далее у нас новая серия Do The Best. Это серия праймеров. И появляется у нас еще один новый праймер. Сыворотка праймер для сияния кожи. В видео о новинках я вам это все показывала, рассказывала. Здесь светоотражающие пигменты есть для того, чтобы придать коже свежий отдохнувший вид. Ну, вот эти продукты вы уже знаете. И еще одна новинка — это фиксатор макияжа. У него, кстати, есть в составе комплекс цинк ПКА, который регулирует выработку сальных желез. Вот этот спрей, его можно и перед тональным, и после выполнения макияжа наносить. Он очень легкий, великолепные здесь ароматы. И вы знаете, я думаю, что на лето, вот, чтобы не перегружать кожу, вот такой спрей можно попробовать. Вообще все вот эти средства мне понравились, хорошие. Далее тушь Revolium. 55% скидка будет. И в новинках обновленная наша любимая тушь Push Up. Многие ее очень любят. Здесь сменился флакончик. Немножко чуть-чуть длиннее стала кисточка. Но так она, в принципе, такая же. Девчонки, здесь, видно, перепутали. Кисть — это не от этой туши. То есть она больше вот на вот эту похожа. Кисть такой немножко как бы легкой формы, в форме восьмерочки. У нее чуть-чуть скошены вот бока. Но вот как у нас была и раньше Push Up. И будет цена всего 199 рублей. Я одну взяла, я очень довольна. Буквально со второго слоя эффект длинных, пушистых, таких тоненьких, распахнутых ресниц. Ультрачерный пигмент у туши. Буду еще для себя покупать. Я очень довольна, что нам эту тушь не убрали из каталога, потому что она хит продаж. Но она одна из лучших в каталоге. Здесь очень удачная щеточка. Ну, конечно же, First Class я люблю. Меня спрашивали, чем отличается. First Class, она чуть-чуть попитательнее. Она делает тоже объемные длинные ресницы, но более толстенькие. С ней получаются реснички. Если с Push Up они более пушистые, тоненькие, их много, то здесь они более такие, их тоже много, но они получаются потолще. Вот такой эффект. Далее у нас бонусом за покупки тушь из серии Secret Story. Ой, из линейки Glam Team, извиняюсь. Это удлиняющая Extreme тушь и силиконовая щеточка, и тушь HD Flash тоже будет с хорошей скидкой. Далее новинки — это подводки. Обращайте внимание, они будут глянцевые и перламутровые. Со скидкой 40% можно взять фиксатор для бровей. Шикарный, отличный, хорошо фиксирует. Действительно работает великолепно. Не просто вы помазали и никакого эффекта. То есть я, например, им воспользуюсь, и в течение дня я даже, ну, уверена, что у меня ничего не разлохматится. Далее следующее, что у нас представлено, это подводки, маркеры, это глиттеры для глаз, это наша палетка, тени, но здесь вот пока скидок никаких, это по акции Like выгодно взять, и акция на помады, любые два оттенка помады, 229 каждая, это Velvet Kiss и это Satin Kiss. Ну, Velvet Kiss, она такая полуматовая, как раньше у нас была бархатный сезон, только она чуть-чуть тоньше ложится, ну, ароматы даже идентичны. А Satin Kiss у нас тоже раньше была помада сатиновая, это примерно также вот ее аналог. Далее у нас жидкая матовая, хит продаж, помада HD Color и... По хорошей цене блески будут представлены. Далее помада Гидролипс по 229. А, это у нас карандашики, извиняюсь, на Гидролипс скидки нету. Кушон. Очень хороший продукт на лето. Он ложится легким невесомым слоем. Если будет, я, наверное, по акции Like себе возьму еще один. И он и увлажняет кожу за счет того, что здесь есть такие компоненты, и регулирует выработку сальных желез. С ним действительно кожа не так жирнится в течение дня. И очень хорошая скидка будет на полюбившуюся многим тональную сыворотку Neo Serum. У меня уже чуть-чуть осталось. Я пользуюсь оттенком 61-75. Мне очень нравится. Я, наверное, возьму себе, пока будет хорошая цена. Либо вот как VIP-консультант с более выгодной скидкой. Посмотрю, в общем, подумаю. Но мне такой продукт нужен. Хочется его приобрести. Далее у нас фиксирующая пудра в каталоге. Ультралегкая пудра. Но вы знаете, если сравнивать ультралегкую пудру и, например, вот та, которая по акции будет, то мне по акции нравится больше по своей текстуре, но мне она больше подходит, поэтому ультралегкая прям вот, ну, совсем такая легкая вуалью ложится, мне кажется, она чуть-чуть посуше по своей текстуре. Далее палетка Glam Team, тоже 5 в 1 для выполнения макияжа, стойкие продукты.
Далее у нас консилер для лица со скидкой 40%. Он немножко подпитывает. Если у вас кожа под глазками склонна к сухости, то я думаю, вам подойдет такой продукт. Далее у нас снова тональные основы. И бонусом за покупки тональная основа с маслом чайного дерева. Также я хочу приобрести оттенок натуральный розовый 66-61. У меня вот он закончился. Он также регулирует выработку сальных желез. И особенно для комбинированной кожи замечательно. Но я думаю, на лето для любого типа кожи он отлично подойдет. И хорошая будет цена. Обращайте внимание. Кисти для макияжа новые. Далее у нас с вами помада Первая Леди. Карандашики. Здесь у нас запеченные тени. Со скидкой 40% можно будет приобрести тушь для бровей. Тоже вот смотрите, кто пользуется. Лаки, защитное покрытие 169 рублей. И лаки будут тоже по 169 рублей. На перчаточки хорошая скидка 50%. У меня спонжики заканчиваются. Люблю ими пользоваться. Нужно будет заказать. Далее у нас бальзамы по хорошей цене. И помада из предыдущей серии «Абсолютное увлажнение». Это помада, то есть она как бы помада и эффект блеска, то есть хорошего увлажнения кожи, ложится тоненько, на лето тоже, в принципе, можно рассматривать. Наша новинка – это вода «Жали-Жали». Вы знаете, у меня в пробнике стоит, и она немножко вот изменяется, то есть она уже настоялась, и уже можно понять. Это прохладный, мускусный такой вот цветочный аромат с такими немножко свежими какими-то вот нотками. Но берите пробник, то есть мнения разделились, кому-то понравилось, кому-то, ну, скажем, не совсем аромат, который подходит, но пробник нужно заказывать, и тогда можно будет уже определяться. Элисар у нас уже без кулончика. Цена здесь на него 1499, обращайте внимание, как и на Пуртужур. И Рената у нас зелененькая, Рената Секрет, со скидкой 60%. Поэтому тоже вот смотрите, на лето отличный вариант. Берите пробник, аромат интересный. Многие его сравнивают с аурой от Мюглер. То есть тоже вот такое же направление. И нотки инжира здесь, по-моему, также вот есть. Поэтому вот смотрите, сравнивайте. Если так, напишите, как вам, если вы ауру покупали. Я не покупала, поэтому сравнить не могу. Мурмур у нас со скидкой 50%. Снова, девчонки, кто не успел взять перед праздником 8 марта, сейчас снова такая возможность. Можно потереть флакон и ощутить. Очень приятный, очень вкусненький, такой свежий, с нотками шоколада, кокоса аромат. На бьюти-кафе будет хорошая скидка 50%. Далее на Шершеля Фам. Ой, на Шато де ля Луар 50%, неправильно вам называю. Далее на Алатау пока нету скидок. Это у нас Каори вот будет обычный аромат с хорошей скидкой. Далее у Вайлет будет со скидкой 55% и Шершеля Фам тоже со скидкой 50%. Очень выгодно. Лучшая цена на водичку Супер Герл. Тоже будет скидка 60%. Обращайте внимание. И моноароматы со скидкой 60%. Бонусом за покупки можно будет приобрести мини-версии ароматов. Мужские здесь 35 мл и женские 30. То есть здесь и цена хорошая. И можно будет попробовать парфюм, определиться, нужен ли вам потом будет большой флакончик. Далее у нас со скидками хорошими мужские водички будут представлены. Тоже обращайте ваше внимание. Смотрите на эти ароматы, берите пробники. Далее по желтым ценникам у нас будут представлена серия Вант Авантюр мужская. И далее у нас серия «Восьмой элемент», и здесь вот набор со скидкой 50%. Серия «Ланселот», вода туалетная со скидкой 50%. И далее у нас также на серию «Барбер Лаб» здесь будут хорошие ценники. В новинках это крем-стайлинг для волос. Он уже, по-моему, был у нас новинкой, поэтому тоже вот смотрите на водичку «Викинг». Мужскую скидка 50% выгодно. Набор Urban Legend со скидкой 60% 999 рублей за два аромата. Хорошая цена, тоже берите пробники. Суперцены на гели для душа, на дезодоранты.
новинках серия Доктор Кор. Я еще пока ничего не пробовала, но уже у девчонок очень хорошие отзывы на данной серии, которые у нас появились в каталоге. Это серия для проблемной кожи и для обезвоженной, для сухой кожи. Серия Global Oxygen. Я сейчас ею пользуюсь с огромнейшим удовольствием. И здесь набор маска плюс пенка с хорошей ценой. У меня вот такая маска закончилась. Я ее обязательно либо по акции Like, либо по VIP-программе за 100 баллов я ее буду повторять. Мне очень понравилась. Она хорошо увлажняет кожу. Вообще вся серия замечательная. Ну, на мне она хорошо работает. Мне нравится. Далее серия Oxyology. Обращайте внимание, здесь в этой серии дневной крем идет с SPF 15, поэтому кому это нужно, тоже вот смотрите. Далее у нас набор для комбинированной кожи со скидкой 45%, очень выгодно, действительно тоже хорошо регулирует выработку кожного сала. Для нормальной склонной к сухости кожи выгодная цена на набор. Здесь у нас вспомогательные товары, карбокситерапия и маленький набор. То есть это как бы пробнички, здесь по 15 мл продукты можно взять со скидкой 40% на пробу всего за 299 рублей. Вот эти продукты у нас по 50 мл. Серия Океанум, здесь тоже вот какая-то акция, посмотрим, что за акция. Так, обновляющий крем для тела 299 рублей при покупке любого продукта из серии Океанум. Он содержит шиммерные частички, и они мелкие-мелкие, и очень красиво будут мерцать на особенно загорелой коже. Я такой крем на лето взяла, и вот тоже буду им пользоваться. Он быстро впитывается, не оставляет жирные пленки, хороший крем. Далее со скидкой 50% сыворотка антистресс. Очень выгодно, кто пользуется, обращайте внимание. Желтые ценники на серию Beauty Lab, на некоторые продукты, в частности на маски. Желтые ценники на серию Варио. Я, может быть, какой-то продукт возьму, может быть, какую-то сыворотку. Пока еще посмотрю, подумаю. Но вот здесь будет хорошая цена на эту линеечку. Также скидки 45% на серию BioGlow, 40% на серию Биомика, на мицеллярный гель для умывания. Дальше у нас тоже вот в серии Биомика на кремы, на некоторые скидка. Новинка прошлого каталога — шампунь плюс маска. Маска-бальзам. Здесь очень хорошие составы. Действительно, здесь вот компания Faberlic молодцы. Поработали здесь такой сбалансированный состав именно для бережного ухода за волосами. Далее у нас серия Пролексир. Тоже вот выгодно набор. Выгодно патчи для кожи вокруг глаз. Серия Гардерика. Наборы. Дневной ночной крем 699 и дневной ночной плюс крем для век 999. Я, наверное, пока себе вот возьму, скорее всего, что дневной и ночной. Я в восторге от этой серии. Вообще, вы знаете, у меня лежит в запасе круговая пластика, но у меня была такая мысль, чтобы взять дневной, потому что ночной, он, конечно, более такой питательный. На лето мне, наверное, будет тяжеловат для комбинированной кожи. А вот дневной, наверное, будет самое то. Поэтому я подумала, может, какой-то либо один, либо вот в наборе я хочу приобрести. Я до Global Oxygen использовала эту серию почти всю зиму, и мне очень она нравится. Серия Renovage также скидки. Далее Retinol Like со скидкой 40%. В серии для Себа Баланс для комбинированной кожи также вот выгодно можно наборы взять. Обращайте внимание, вот один набор 699, второй 999. Роллинг гель у нас со скидкой, вернее, трирол гель со скидкой 45% будет от отечности под глазками. Желтые ценники на серию Skin Activator трехступенчатую. Ну, наверное, скорее всего, могут либо обновлять, либо выводить из каталога. Но я точно не знаю, но мне так кажется, потому что здесь хорошая цена. Здесь вот у нас три шага. И вот это вспомогательная серия, которая используется с каждым шагом. То есть она как бы хорошо еще увлажняет кожу. То есть здесь вот суть этой серии в том, что здесь в этой серии содержится разного молекулярного уровня гиалуроновая кислота. То есть здесь есть, по-моему, она идет
трех уровней, но здесь все написано, можете почитать. То есть один из них сохраняет влагу на поверхности кожи, второй в средних слоях, и третий глубоко проникает в эпидермис и тем самым как бы увлажняет, восстанавливает кожу. Но серия я пробовала, мне особенно голубенькая понравилась. Хорошо работает. На пенку SEO скидка 40% у меня закончилась, и масло закончилось. Скорее всего, что тоже буду приобретать. В новинке патчи. Хорошо работают. Я попробовала, понравились, хорошие. Ну, мне кажется, они с серией Океанум похожи. Вот, ну, наверное, примерно одинаково они работают, но мне кажется, розовый вот SEO, наверное, может даже чуть поинтенсивнее. Скидки хорошие у нас также на кремы серия Seoul, серия NFOW, скидки 40% на некоторые товары, на маски тканевые будет хорошая цена. Вот эти масочки меня впечатлили, пользуюсь с удовольствием, чередую, очень нравится. В серии Bloom любой крем для век со скидкой 45%, у этих кремов шикарные составы, прекрасно работают. Я особенно люблю вот этот сиреневый и розовенький. Ну вот этот, конечно, он, ну, он чуть-чуть просто, у него меньше эффекта лифтинга, наверное, так он тоже очень хороший. В серии Ботаника любые два продукта по 109, в серии Love фигурное мыло Вичка 19 рублей, если приобретаете любой продукт из этой серии. Акция у нас идет на мыло, не забывайте, в серии Love. Набор спрей-активатор, шампунь-активатор и концентрат за 699 рублей. По 99 рублей силиконовые щеточки зубные. Любая паста за 119 плюс, White Plus или Total Repair. Я, наверное, White Plus возьму. Далее у нас на ополаскиватель с дубовыми галами хорошая будет скидка. Зубная нить по выгодной цене. Обращайте внимание, дезинфицирующий гель для рук. Если берете два, третий в подарок получается. Также у нас на, по-моему, бальзам для стоп, гладкие пяточки. Обращайте внимание, цена 99. И стик от натирания мозолей. Сейчас пойдут туфельки, босоножки, будет актуально. И бальзам для стоп тоже нужно будет взять. Когда хорошая цена, я всегда покупаю. Далее у нас серия Луника новинки. Это гель-лубрикант и массажное желе. Далее представлены будут серии Story d'Amour. Тоже у нас серия для интимной гигиены. Хорошие цены. Хорошие скидки в серии D-Line на некоторые товары. Мыло снова в каталоге. Тоже обращайте внимание. Далее у нас любая маска пудинг по хорошей цене. Далее суперцены на серию Beauty Cafe. Тоже смотрите, обращайте внимание. На серию Витамания желтые ценники. Далее у нас с вами новинка в серии Бонжорно. Новый гель для душа Япония с лимоном и базиликом. Да? Здесь очень приятный такой аромат лимона, цитрона, немножко с такими вот нотками вот этой травы, вот этой специи. И очень приятный, хочется его повторять. Вот такой летний, прям советую вам познакомиться. Вообще серия это отличная. Бонусом за покупки мисты для тела тоже обращайте внимание. Внимание, на лето будет замечательно. Супер цены в серии Ля Крем. Крем для рук по хорошей цене. Смотрите, кому нужен крем, отличный. Далее зубная нить 119. Вот эта нить мне тоже очень понравилась. И хорошие цены вот на некоторые зубные пасты в серии Нуки. Бонусом за покупки дезодоранты. Вот эти пасты кислородные, тоже неплохие вот для ежедневного ухода. Ополаскиватель зелененький за 119 всего будет. Так, краска, набор для блондинок. Смотрим, здесь у нас в серии Salon Care тоже наборы выгодно. Для блондинок также у нас в наборе шампунь-бальзам со скидкой 40%. Продукты стайлинга. Бонусом за покупки лак для волос будет. И новый фен. В общем, девчонки, я думала. У меня есть фен, но я его оставила. Оставила я его почему? Потому что здесь три насадки. И мне вот эта насадка-концентратор, которая вращается на 360 градусов. Интересная такая штучка. Она как бы больше лохматит даже волосы. Но мне она понравилась. Конечно, по мощности, ну, где-то 1800. Мне кажется, до двух там даже, ну, не дотянет. Ну, где-то, может, около двух есть мощность, но по моим ощущениям 1800. Конечно, он неплохо выполнен, фен для домашнего использования подойдет,
Но если, например, у меня бы, наверное, вот у этого фена не было вот этих насадок, просто вот это была, то я бы его не стала оставлять, потому что, ну, есть для моих, например, на мою длину волос, вот я люблю 2200 мощность, 2400, то есть те, которые вот используются в салонах, чуть-чуть помощнее. А так он имеет ионизатор, и охлаждение воздуха, то есть, в принципе, фен хороший, и он, ну, ничем не отличается от тех, что у нас продаются в магазине. Если вам он приглянулся, то почему бы нет, можно рассматривать, попробовать его заказать на пункте выдачи, попробовать, как он дует, вы сразу поймете. То есть, поверьте, если вам что-то вас не устроит, просто можно вернуть. Здесь тоже у нас эта задняя часть снимается, можно почистить. Ну, то есть, у меня есть отдельный обзор на него, можно посмотреть на канале, там я показываю, в общем, его в действии. Далее у нас краска будет с хорошей скидкой, смывка для краски с кожи по хорошей цене. Снова у нас вот краска. Это же выгодно, да, получается? Или что это у нас? А, это, наверное, да, это вот осветлитель для волос, всего 159. Нужно своей клиентке сказать. У меня она прям пачку по 6 берет сразу, пока идет акция. В серии эксперт тоже у нас выгодно. На шампуне, на маске цена. В серии Арису желтые ценники. Кто пользуется, кому нравится, обращайте внимание. Супер цены на серию Ботаника. И новинка новый будет шампунь для жирных волос. Глубокое очищение и увлажнение. Объем хороший 400 мл и цена привлекательная. Бонусом за покупки любая зубная детская паста. Далее у нас тоже хорошие скидки. Акция «Стоп сахар» сейчас действует в каталоге. И вот у нас продукты Нечаев Family Club. Это две любые шоколадки по 169 рублей каждая можно будет приобрести. Я, наверное, в общем, попробую. В новинках у нас кофе молотый и в зернах будет, батончики. Вы знаете, я попробовала, подсела. Мне пришел от Faberlic один батончик в подарок. Я поняла, что это вкусно, это полезно. И вот как такой перекус, когда ну, не нужно сладенького, но его хочется, то можно вот обратить внимание, батончики действительно хорошие. Далее у нас чай в пакетиках со скидкой. В новинках появляется правильная соль, поэтому тоже смотрите. Каши. Далее у нас кетчупы со скидкой 45. Я приобретала классический, понравился, хороший кетчуп. Действительно, прям чувствуется, что вот он и на вкус хороший. В новинках новые коктейли будут, новые супы. Кто приобретает, обращайте внимание, протеиновые батончики, семена чиа со скидкой 40%. Но что-то я попробовала, как-то, ну, не мой продукт, не знаю, у меня хоть и вот даже вот он, они растворились в кефире, пробовала я, но все равно твердоватые. Ну, не знаю, не мое немножко. Может быть, буду потом вот куда-то или в салаты добавлять, вот как девчонки советовали, посмотрю. Далее у нас продукты здоровья. Тоже здесь вот чаи, наборы вот по выгодной цене можно будет взять. Далее снова у нас скидки на продукты для здоровья, на коктейли. Скидка будет, девчонки, на акупунктурный массажный коврик. Будет хорошая скидка. И на пластырь детокс тоже хорошая скидка. Обращайте внимание. Уже заговариваюсь. На Денос продукции тоже у нас хорошие скидки. Далее, что у нас здесь еще? Универсальная крышка при покупке сковородки всего 999 рублей. Тоже вот смотрите, 40% скидка на кастрюльку. Давно на нее смотрю. В общем, не знаю, подумаю, может быть, и возьму. Чайники, здесь у нас формы для оладий, ножнички снова в каталоге, специальные органайзеры, порошки со скидкой 50% в серии Гринли, в серии Гринли кондиционер для белья цветочный со скидкой 50% будет. Далее у нас с вами в серии Гринли 55% скидка на травяной продукт для мытья посуды на биогель.
Так, а это, наверное, у нас капсула для посудомоечной машины, тоже со скидкой 50%. В серии Дом Фаберлик скидка 45% на средства для мытья посуды. То есть это продукты с антибактериальным эффектом. И мне вот очень понравился продукт для посуды с ароматом эвкалипта и арбуза. Мне больше пахнет арбузом. И я уже второй флакончик уже почти доиспользовала. Обязательно буду повторять. Понравился. Далее у нас порошки по хорошей цене. Здесь для глажения белья будет хорошая скидка, и на антистатик хорошая скидка, на пятновыводители. Обращайте внимание, на кондиционеры тоже будут хорошие скидки. Вот детский мне хочется взять, вот этот мне очень нравится кондиционер. На гели для стирки тоже будут хорошие цены. Далее на бальзамы для мытья посуды хорошие цены. На средства, по-моему, с яблочком для мытья посуды хорошая цена. Хорошие скидки будут на гель для туалета очищающий и на средства для ванны. Посмотрю, у меня, по-моему, для ванны закончилось, но для туалета у меня сейчас Гринли в фаворитах, поэтому я буду его приобретать. Далее у нас снова с вами здесь вот в серии Дом. Выгодные цены на ластик, будет хорошая цена. Обращайте внимание, две губки меламиновых по 79 рублей каждая. Дальше здесь у нас на средства для чистки обуви, коллекция Андрея Бурматикова. Далее у нас в новинках новые рюкзачки, новые модельки сумок, зонтик, кошелек, рюкзак, обувь. Кроссовки, нижнее белье. Ну, здесь можно после регистрации все посмотреть внимательно, полистать на сайте этот каталог. Ну и для деток тоже здесь вот у нас такие интересные продукты. В общем, хороший каталог. Есть здесь что выбрать, что посмотреть. Как всегда, много скидок. И если вы думаете регистрироваться или нет, это выгодно. Никто не заставляет никого бегать, никому ничего, как многие рассуждают, впаривать, втюхивать не нужно. Просто для себя вы будете приобретать, как в интернет-магазине, со скидкой от 20% продукцию. И будете видеть все распродажи, все выгодные акции дополнительные, которые доступны только тем, кто имеет регистрацию. Поэтому я вас приглашаю. Ссылка всегда есть под моими видео. Ну, теперь говорим всем пока. Всем до свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале.